Сейчас посмотрим. В принципе, у меня уже нормально. Две аптечки у меня, калаш есть, ППХ, МК. А, все, по-моему, наши справились, да? Да, молодцы, красавчик. Вот так вот. Хедшот, бэйби, you get owned. Даже произошел с самого начала. Благодарю, капитан. С самого начала успех пошел. Капитальный, капитальный, глубокий и надежный успех. Я чувствую, мы будем побеждать. Да, смотрите. Что самое интересное в этом режиме, практически всегда оказывается так, но в большинстве случаев, что одна команда очень быстро начинает верх над другой брать. Порой ситуация меняется, но в основном, если твоя команда с самого начала начала лидировать, то, ну, как бы, все нормально. Можно немножко расслабить булки, но не слишком сильно. Потому что пусть твоя армия и побеждает, но это не значит, что тебя не нагнут до того, как бой еще закончится. Это будет досадно. Поэтому все-таки я... Опа! Да, Клешня, твоя внимательность зашкаливает. Да, я как раз булки расслабил. Я не думал, блин, вот реально расслабил булки. Расслабил булки, а тут, оказывается, диверсант у нас обитает. Диверсант в доме был. Просто зашел меня и поднагнул. Так, сейчас меня это оживит наш союзник, я надеюсь, он нам поможет. Пожалуйста, дружище, только не кидай меня. У меня тут пару выстрелов, короче, что сделают, и я труп. Давай, 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 давай. Опаньки, давай, давай. Рокутаген, смотри, как она ручку тянет. Похоже, скучала по тебе. Да, она скучала. Но кто в курсе, тот в курсе. О чем речь идет, это старая тема уже. Уже как бы не новая. На канале Рокутагена, Mortar Games, Армия Нагиба. Она по мне скучала, по-любому, не без этого. И мы продолжаем. По луту у нас неплохо, калашик есть. У нас есть еще штурмовая винтовка, вот эта полуавтоматическая. Но я и не особо люблю эту, она по идее автоматическая, такая больше снайперская, гибрид в общем. Штурмовухи и снайперки. Не любитель я этой винтовки, не знаю, какая-то она такая вот, ну, неудобная мне кажется. Если уж снайперка, то либо полуавтомат, хотя это не лучший выбор, либо АВП. Ну, АВП это как бы, это вообще самый ништяк. АВП найти это... Вы знаете, три вещи надо найти для того, чтобы затащить любой катки. Ну, как бы, не то, что затащить, но полезно. Из оружия. Из оружия это по-любому штурмовуху. Это по-любому дробовик. И это очень желательно, не по-любому, но желательно АВП. Вот три пушки есть, ништяк. Пистолеты, пистолет-пулеметы, это все как бы так. Это на начальном этапе, только немножко пострелять. Это пушки, ну, не особо такие, по моему мнению, тащерские. А вот... Рокутаген, ответь людям на самый часто задаваемый вопрос. Какой? Сколько стоит игра? Ну, не самый частый, но один из. Да, игра ничего не стоит. Она абсолютно бесплатная, ребят. Кто спрашивает, сколько стоит? Донат ли решает? Донат не решает, это Epic Game делает. У них как бы соответствующая репутация. Люди сделали всю серию Unreal. Люди владеют движком Unreal Engine. Кто не знает, это ну самый, ну да все, наверное, знают движок Unreal. Это самый популярный в мире движок. Самый ходовой, самый, наверное, лучший такой. Самый часто используемый в крутых проектах. Движок Unreal. Поэтому они сразу сказали, прямо сразу сказали, когда игру еще, ну, только создавали, даже еще она не появилась, они сказали, что в игре никакого доната, который будет как-либо влиять на баланс, не будет. Весь донат здесь это скины. Скины, скины и все, и скины. Собственно говоря, вы поняли, да? Какие-то, может быть, доступы к каким-то миссиям, определенным заданиям. Вот, ну что-то такое. И не более того, никакого доната, который будет влиять на преимущество в борьбе ПВП не будет. Рокутаген, ты смотри, какой ажиотаж. Наверное, там iPhone X. По-любому, по-любому, сука, вот оно. Вот он местный, скажем так, донат. Это не донат, но это как коробки удачи в других играх, как кейсы, блин. Все пытаются что-то из этих сундуков вытащить. На этом вся игра строится. Такой азарт, пипец. Бежишь, думаешь, что в этом сундуке? Может, там фигня? А может, там имба? Мне, честно говоря, сейчас никакой имбы не досталось, конечно. Но... я ребятам, впрочем, все отдал. Снайпер я, ну, я думаю, не самый лучший. Хотя уже так ничего, так СВП тут и хорошие фраги, красивые, с упреждением стреляю, делаю. Но, может, кто-нибудь получше меня стреляет. Броня у меня, блин, надо было броню брать, сука. Брони-то у меня нету. Ну, ладно, ничего страшного. Но у меня вооружение есть, у меня аптечка есть. Я тоже молодец. Все-таки это не соло, это не дуо, это даже не сквад. Здесь и так неплохо. Во, красавчик. Может тут что-нибудь будет? Сейчас мне хотя бы вот брони найти хотя бы. Ну, 25 хотя бы, а лучше 50. 50 брони есть, уже практически вообще не ваншот с чего угодно. Ну, кроме снопы в голову. Но и снопы в голову попасть, вы сами понимаете, да?
это прямо скажем, редкий случай. Ну, бывает, я и сам из АВП в голову попадал, но редкий случай. Все-таки в основном броня нужна для того, чтобы тебя в тело с АВП не сваншотили. Так, вот это будет нормально. Я уберу эту винтовку, вдруг из кого-нибудь из товарищей понадобится. Во, нормально, ко мне вступил. Красавчик, красавчик, моя сладенькая. Моя шоколадочка, умница. Вот, уступила мне. Во, видели как, и ништяк, и мы снова тащим. От М-ки я отказался, вообще мне М-ка нравится, М-ка крутая. Но иногда хочется с калашиком побегать. Почему? Потому что он отсечками стреляет. А отсечки это мега нагиб. Вот. И тут у Ракутагина назрел коварный план обороны. Он решил заманить противника в ловушку. Вряд ли, конечно, сработает, но почему бы нет? Попробуем. Пораставляем ловушечки. Вдруг кто-то сюда забежит. Хотя, мне кажется, вряд ли. Хотя, в общем, хотя. Никто не знает, как оно будет на самом деле. О, человек-куст. Прикольный такой. Вообще, эти кусты такие забавные. Сам, если одеваешь, бежишь, так смешно смотрится. Вообще просто жесть. Жесть, реально. Хороший куст. Я сам люблю его использовать. Знаете, многие тут бомбят. Это дно. Фу-фу-фу. Куст надевать. Но использует. На самом деле, если куст можно использовать, его человек будет использовать. Другое дело, что куст, ну, не всегда дает преимущество. Вы знаете, когда может куст реально выручить? Вот так получилось, что вы не особо добыли ресурсов, у вас нет особой брони, но какая-то есть там хотя бы одна нормальная пушка, там, штурмовуха, допустим, или АВП. А дело уже близится, все, к завершению, там, топ-10, топ-15. И тут вам попадает где-то куст. И вот это реально шанс, это шанс затащить. Если вы используете куст, лучше вообще ничего не строить. Серьезно, вот мое мнение, лучше ничего не строить. Это полностью кемперская игра с кустом. Ну, это, я думаю, тема не этого видео, мы потом это разберем. И наши ребятки штурмуют скалу. Скала интересное место, конечно, она дает существенный обзор, преимущество, скажем так, высоту берем. И можем расстреливать противников еще на подступах, далеко-далеко. Другое дело, из чего расстреливать. Это возможно сделать, ну, пожалуй, только что из АВП, опять же, той же. Или снайперской винтовки. И штурмовухи, ну, если у тебя, скажем, хорошая М-ка, а лучше СКАР, то на больших дистанциях по одной пульке, ну, можно что-то сделать. О, и вот наш паренек кого-то нагибает. Неплохо, неплохо. Ну, как мы все знаем, в конечном итоге, рано или поздно, мирной жизни приходит конец. А войны избежать нельзя, ее можно только отсрочить. Вот и в нашей истории наступил момент. Момент истины и истинного нагиба. Так, а ну-ка, красавчик, иди сюда. Ух ты, блин, там их двое, что ли? Хэдшот, малыш. Нормально. Красава Ракутагин, жмите их, победа близка. Ой-ой-ой, как хорошо-то душевно. Ха-ха, минус два, да. Нагнули, нагнули, ребятишек мы. Отлично. Сразу двоих с союзниками у Кокошки. Кстати, Ракутагин, а что там за Battle Pass обещают? А, Battle Pass, короче, это такая тема. Завтра должна появиться, 14 числа. В общем, тема такая. Тихо. Блин, насколько азартно. Давай. Эх, ладно, добьют. Battle Pass... Это... Давай... Вот! Вообще класс! Мне нравится! Нифига я раздаю одному, второму, третьего. Пошла жара. Фартит Ракутагина. Опаньки! А вот и эмочка у нас зелененькая. Это уже успех. Battle Pass это будет такая микротранзакция. Что-то вроде Battle Pass а-ля Dota. В общем, ты покупаешь этот набор, он... Стоит 1000 V-баксов, короче, местной валюты донатные. Ну, в принципе, тут недорого на рубли переводить. Понты. Ты переводишь, покупаешь этот Battle Pass, и тебе открываются определенные задания. Ну, понимаете, да? То есть, ивент. Ты этот ивент выполняешь, череду заданий, и получаешь соответствующие награды. Как всегда, скины. Красивые, сочные и так далее. То есть это доступ к какому-то сезонному явлению. То есть, типа соревнования, дополнения, ивент, ну так далее, поняли, да? То есть для разнообразия. Вот. Ну, опять же, на баланс никак не влияет. Если есть желание, то можно купить. Я, наверное, куплю.
Куплю, потещу и скажу вам, что это такое, какие там задания, чем вообще выделяются, насколько это интересно, кому это подойдет, кому не подойдет, какие там награды есть. И, в общем, все это посмотрим. А пока что мы наступаем. У нашей команды почти троекратное преимущество. Троекратное, то есть действительно у нас 29, их всего десяток остался. Но, тем не менее, 10 противников, это все-таки 10 противников. Надо быть аккуратным, осторожным и постараться еще лучше проявить себя в конце битвы. А я чувствую, что до конца осталось весьма и весьма немного. Вот так, детка. К сожалению, ель мешает, я не могу точно прицелиться сейчас никак. Если бы ее не было, конечно, получилось бы намного лучше. А ель ли это? Может, это лиственница такая разновидность? Какая разница, по большому счету, да. У Рукодагина самый-самый такой момент, когда не нужно, у него начинают в голове какие-то вещи крутиться, вообще не связанные с игрой. Ель это или не ель? О, тихо, давай-давай-давай, пошел замесик, родненький. О, давай, доставьте мне. Есть, класс. Класс, мне фраг присвоили, потому что я его уронил, этого паренька. Прикольно, синенький калашик, ну, по-моему, даже лучше, чем зеленая М-ка. Конечно таки, да, это не зажим, по одному патрончику не постреляешь, зато отсечка капитальная. Как дал, так дал, снесло нафиг сразу. Блин, патронов нифига для ВП нету у меня, к сожалению, это досадно. Вообще, вот, блин, так можно пораздавать. Вот в конце, когда реально, неважно, это 50 на 50, соло, дуо, сквад, АВП реально вот себя проявляет в самом конце. Это очень такая имбовая штука. Именно в конце очень она нужна. Вот так, голубчики. Все! Все, это разгром. Их трое осталось. Давай! Сейчас всех троих уложу, может. Есть! 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 Ракутагин тащит, детка! Вот так! Ах, сука, вот ты гусеница уползающая. Давай! Вот так, мой хороший! Мега нагиб, деточка, да? Вообще веселуха. Блин, 50 на 50 очень веселый режим. Я не знаю, разработчики, вот обращение к вам, можете его на постоянной основе вести? Это было бы так прикольно. Еще желательно режим мяса. Какой-нибудь там отдельная локация, городок небольшой, и чисто в мясо все играют с респавном, в общем, классический free-for-all. Вот было бы классно. 50-50 мне реально понравилось, интересно. Ну, может, на постоянке и не надо, может, лучше, если будет разнообразие, время от времени будут разные режимы вводить. Но вот этот режим реально успешным оказался. В него очень много играет, он... Ой, мама мия! Красава, Ракутагин, вы это сделали! Да, опять, дружище! Вот таким получился режим 50 на 50 Fortnite. Лично мне очень понравилось. Над балансом, конечно, можно еще немного поработать, чтобы... Доминирование одной команды над другой не было таким явным с самого начала, но тем не менее, очень и очень круто. Мне понравилось. И если вам тоже понравилось, друзья, то ставьте лайки, чешите свои мощные везучие яйки, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами.